По поручению главы региона в Ульяновской области разрабатывается стратегия развития минерально-сырьевой базы до 2030 года. Документ будет принят уже в этом году. Ульяновская область богата своими ресурсами. Ташлинское и Лукьяновское месторождение кварцевых песков – крупнейшие в России сырьевые базы. Запасы песка, глины, мела и других природных элементов сконцентрированы в Сенгелеевском районе, где работают несколько добывающих предприятий. Чтобы структурировать работу западных российских заводов-гигантов, и будет создана стратегия. Как раз по каждому виду сырья мы сейчас рисуем свою платформу, свою часть стратегии, которая будет нам, опять же, позволять именно осуществить непрерывность, скажем так, использования месторождений того или иного направления для того, чтобы минерально-сырьевая база у нас постоянно была в наличии. То есть, что касается, допустим, силикатных песков для производства силикатного кирпича, кирпичных глин и так далее. Документ стратегического планирования появится уже к июню этого года. В стратегии будут определены приоритеты, цели и задачи государственного управления в части разведанных и оцененных запасов полезных ископаемых до 2030 года. Как отметил директор завода кварцеверки Сергей Кальянов, по предварительным прогнозам запасов кварцевого песка в разрабатываемых карьерах хватит на 200-300 лет. Предприятие успешно работает на Ташлинском месторождении с 2012 года, а продукция поставляется производителям высококачественного стекла по всей России и за рубеж. Обогащение, процесс обогащения выстраивается поэтапно. Все начинается с добычи кварцевого песка как такового природного. Дальше он транспортируется на склады и, собственно, в производственном комплексе происходит процесс обогащения. Процесс обогащения не столь прост, как кажется на первый взгляд. Почему? Потому что, как и в любом производственном процессе, в процессе обогащения существует достаточно много производственных технологических нюансов. На предприятии трудится 60 человек. Там же применяются самые современные европейские технологии. Хорошими показателями может похвастаться и Ташлинский горнообогатительный комбинат. Основной вид деятельности компании – разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча песка, глины и каолина. Занимаемся добычей строительных песков. Плюс еще обогащение, и доводим их до лучшей категории. Это категория, значит, стекольных и стекольных песков и формовочных песков по двум ГОСТам. Отсюда мы часть отправляем строительными песками, на самую свою часть мы прогоняем через обогатительную фабрику, которая разработана по новым технологиям, две технологических линии. На обогатительной фабрике, карьере, вспомогательных цехах сегодня трудится 280 человек. Запасов полезных ископаемых Ташлинскому горнообогатительному комбинату хватит на ближайшие 50 лет, а дальше модернизация и разведку новых ресурсов. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.